Здравствуйте! Добро пожаловать в Хабаровск. Именно здесь открывается второй тур Мелбет первой лиги первенства России. По футболу здесь на стадионе имени Ленина. Местный СКА принимает Тюмень. Встречаются команды, которые первенство начали с побед. И с побед качественных, убедительных. Один! Вперед, СКА! Ну что, погнали. С центра поля мяч разыграли хабаровчане. Ворота СКА Хабаровск в первом тайме слева от нас с вами. И давайте я вам поражение потерпели. Очень уверенно решили задачу. Подача. Удар головой. И вот уже первый удар в створ. Это Альбек Гангапшев. Еще один навес. Удар. Гол. 1-0. СКА забивает. Олег Кожемякин. Рукас поздравит своего партнера. Быстрый гол. СКА на 14-й минуте. Открывают счет хозяева. Олег Кожемякин. Номер 4. Команда СКА. Хабаровск. Хабаровск. Да, я думаю, с дрожью некоторые команды, игроки, тренеры премьер-лиги смотрят за стартовыми успехами хабаровчан. К нему капитанская повестка перешла после замены Каратаева. Удар головой. Вот уже удар в створ. Вы помните, что опасные моменты у ворот тюменцев. Кирилл Никитин своему однофамильцу делает передачу. Андрей Никитин вместо левого инсайда ходил в штрафную и бьет из-за пределов. Приличная попытка, очень плотный такой удар. И не без труда мяч остановил Любаков. Вариантов сыграть через пас практически не было. А вот это вот еще краше попытка. Маркелов. Удар поворотом. И добить не получилось. Но хорошая атака. Маркелов вообще до предела затруднил работу. Ставит перед собой серьезные турнирные задачи. Да поворотом рядом со штангой. Тем же самым ответили. И не стал ничего выдумывать. Шитов перехватил нерасчетливый пас соперника. И тут же пробил в премьер-лиге. Я думаю, что и в этом сезоне будет пища для размышлений. Еще один удар. И теперь уже из предела штрафной позволили пробить. Ну или поздно. Вот это количество, оно перейдет в качество. Я про удары, про опасные подходы и премьер-лиги. Но такие были отрезки, знаете, 3, 5, 10 минут. Удар поворотом и... Я уж думал, гол. Но все ближе и ближе к этому. Смотрите, неудачно мяч выводили футболисты СКА. 4 минуты до окончания основного игрового времени. О! О-хо-хо-хо-хо! Надо бы забить. Саид Алиев. Гол. 2-0 в пользу СКА. И это уже победа. Гол, 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 гол. Вот что значит нападающий, нацеленный на ворота соперника. Вот что значит футболист, который не выключается из эпизода. Но помимо Алиева, давайте еще похвалим и Кирилла Никитина. Потому что это Никитин побежал прессинговать синяка. Ну и вот под глазом у Тюмени здоровенный синяк нарисовался от этой грубой ошибки, результативной ошибки защитника и голкипера. Главный арбитр матча. И вот дает финальный свисток Александр Машлякевич. 2-0. СКА Хабаровск выиграл у Тюмени. Кожемякин в первом тайме, Алиев во втором. Вместе с вами эту игру смотрел Олег Пирожков. Всего доброго и до новых встреч!